у меня есть ребенок, вот он подрастет и спросит, когда вот это все случилось, ты что делал-то, друг? И мне хочется ему сказать, что ну, я что-то делал. Делал свое дело, там, высказывал какое-то мнение. Это были вот эти вот первые мартовские митинги. Ребята вышли, после этого в наш колледж пришли письма о том, что нужно с ними провести воспитательную работу. Мы, конечно, наказывать не стали. А за что наказывать? Ну, типа, ну за что нам наказывать этих людей? Их государство уже наказало своим КОАПом. В общем, до уголовного кодекса не дошло. Мысль этим наказанием ты хочешь донести до студента, что нельзя выражать свою позицию, что нельзя протестовать против войны, что нельзя там, нельзя что, ну, что в общем. Я не уезжаю из страны, потому что у меня тут какая-то ответственность есть, там, ну, все такое, я там, тут за людей, там, 1200 человек учится. Мне кажется, это такой, как бы, личный моральный выбор, ну, как-то простое правило простого человека — не поддерживать зло, хотя бы.